По данным сейсмологов, активность земной коры была зафиксирована 24 апреля в 23:47 между Гастагаевской и Натухаевской. Эпицентр находился на глубине 80 километров. По разным данным, магнитуда землетрясения составила от 4,2 до 4,5 баллов. За последние 6 лет это уже второе землетрясение подобной амплитуды. 12 декабря 2012 года было землетрясение 5 баллов. И в том и в этом случае, вот сейчас проведенный мониторинг, мы обследовали все социально значимые объекты, никаких разрушений, никаких повреждений, тем более пострадавших людей нет. Для Анапского района подобные сейсмические события не редкость. В этот раз землетрясение ощущалось довольно сильно, так как произошло на суше. По словам специалистов, колебания земной коры на глубине моря обычно менее ощутимы.